Всероссийская акция «Партогерои» проходит на Чукотке. Одной из первых к ней присоединилась Анадырская средняя школа. Две таких парты в память о ее выпускниках, погибших при выполнении воинского долга в СВО, открылись в музее этого учреждения, где в течение учебного года для школьников проходят мероприятия и встречи патриотической направленности. Честь и вечную память. В рамках всероссийской акции в Анадырской средней школе открыли парты героев. Они посвящены двум ее выпускникам, погибшим при сражениях в ходе специальной военной операции – Ивану Шепеленко и Максиму Енан. Установлены парты в школьном музее, где до 5 мая будут проводиться уроки мужества и героизма, в том числе с рассказами о земляках, когда-то сидевших за этими же партами. В школе много педагогов, которые их обучали. Есть такие учителя. Я сама обучала Максима Енана, который учился у меня в школе в 9 классе. Мальчик занимался спортом, был очень активным. Шепеленко Иван, он занимался очень серьезно борьбой. Самое, знаете, интересное, что с начальной школы он всегда рисовал открытки тем героям, которые защищали нашу родину. И всегда писал так: «Я буду защищать свою родину». Одна из таких открыток размещена на парте, посвященной выполнившему свое обещание. Ему был всего 21 год. И всего на 5 лет его старше был Максим. Оба достойно проявили доблесть и готовность к самопожертвованию ради защиты своей страны, став настоящим примером мужества и патриотизма. Со слов о любви к родине и начали свое мероприятие юнармейцы. С учащимися кадетского класса поделились своими знаниями о Великой Отечественной войне, патриотизме и мужестве. Не бояться идти на войну, где рядом жизнь и смерть, ради своей родины. У него он идет наперекор страху врагу. А вы мужественные? Юнармейцы, наверное, мужественные. И девочки у нас тоже смелые, активные. Не бояться за кого-нибудь тоже заступиться. Вы хотите быть похожими на героев? Конечно. Провели викторину, где кадеты проявили отличные знания истории Второй мировой, назвали все виды войск Российской Федерации, города-герои. В целом ответили на все сопутствующие теме вопросы. В завершении провели акцию «Георгиевская ленточка», раздав символ победы всем участникам патриотического мероприятия. А парты современных героев останутся в постоянной экспозиции школьного музея. Анастасия Сертон, Александр Кузьминов, «Вести Чукотка».